Шутки веселые и разные. Во дворце творчества «Лапландия» состоялась 1/4 финала Мурманской региональной лиги КВН. За выход в полуфинал боролись 9 команд. Все подробности у Юлии Копаневой. Друзья, добро пожаловать на четвертьфинал Мурманской региональной лиги КВН! В центре дополнительного образования «Лапландия» собрались любители юмора, поклонники игры КВН. Здесь состоялась уже вторая по счету в этом сезоне игра региональной Мурманской лиги. Побороться за титул самого веселого и находчивого отважились 8 команд, две из которых – гости из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, ребята! Ребята, это кто? Где мальчик, где девочка? Это кто? Да, кстати, очень хотелось бы познакомиться. Олег, Олежа, Ангелина, виделись. Есть в Мурманской лиге любимцы, есть любимцы публики. Я не буду их называть, наверное, у каждого они свои, но по выходу определенных команд можно слышать, кого-то встречают чуть лучше, кого-то чуть не так хорошо, но все у них впереди. Поэтому, на самом деле, для зрителя фавориты есть. Называть не буду, но они есть. Например, команда «Для вас» успела полюбиться мурманскому зрителю. Эти ребята за свою недолгую карьеру сумели стать серебряными призерами региональной школьной лиги КВН 2018 года, а также привезти в Мурманск кубок главы Карелии. Интересная концепция команды заключается в большом числе миниатюр с переодеваниями, а фронтмена команды Дмитрия Пауля многие называют одним из лучших игроков сезона. Дима, ты почему в короне вышел? Ну вообще-то я звезда. Кто тебе сказал, что ты звезда? Вообще-то он звезда. У нас необычный юмор, на самом деле. Вот честно говорю, вот у нас такая команда, мы сами не знаем, зайдет, не зайдет. И вот этим мы отличаемся от других. Визуальное все. Леонид Мостовой, директор Дома молодежи, отметил, что Мурманская региональная лига КВН очень быстро развивается и привлекает команды из других городов страны. Все это связано с успехами предшественников. Напомним, уже две команды из Мурманска выступали в высшей лиге, той, что показывают в эфире федерального канала. Представьте, Герман Александрович Иванов украл яйцо у динозавра! Мы, опять же, любому зрителю рады, и то, что видно уже невооруженным глазом, у Мурманского КВН есть свой постоянный зритель, который постоянно приходит на игры, поддерживает команды, ну и отписывается в комментариях. Еще одна команда, давно знакомая мурманскому зрителю – клуб «Одиноких сердец». Все участники – стендаперы, которые организуют многочисленные концерты на различных площадках области. Это Женя, «Краса за Балерия 2017». Че, ты краса? Корона-то не жмет? Жень, ты как с ней разговариваешь? Да все нормально, я ее короновала. Концепция нашей команды – это клуб одиноких сердец. Это сборище одиноких людей. Пусть мы все, допустим, даже не одиноки, но мы шутим об одиночестве, о том, как тяжело быть одиноким, но при этом как это можно по-другому видеть. На самом деле это очень весело. По результатам игры бронзу разделили сразу две команды – клуб «Одиноких сердец» и сборная Снежногорска. Серебро завоевали «Для вас». Ну а гран-при досталось гостям из Санкт-Петербурга – команде КВН «Овощной салат». Следующий этап – полуфинал – состоится осенью этого года.